Состиера или состиере – это термин древнеримский, поэтому пятиклассники, здравствуйте. 311 термин – состиере. Состиера – это район в некоторых римских или позже в средние века итальянских городах. Районирование городов происходит от древнеримской традиции разделения римского лагеря на каструмы, то есть на четыре части. Лагерь каструм, и он делился на четыре части. Слово состиере происходит от сесто 6 и используется только для города, поделенного на 6 районов. Самый известный пример состиере – это состиере Венеции. Некоторые итальянские города, такие как Асколи Пичено, Генуя, Милан, Рапало, также делятся на состиере, на районы, которые так и называются. Вот. Районирование городов на состиере. Дело в том, что другие города, у которых меньше 6 районов, разделены уже на квартиеры, то есть на 4. Современное это слово квартал или квартал. А также терциери. Терциери это 3. Некоторые города, независимо от количества районов, делятся на риони. Риони от слова регионерие, регион. От латинского региорегио, регион. Состиери, квартиери, терциери и риони и их аналоги, как правило, уже не административные районы городов, а скорее исторические и традиционные общины, которые часто напоминают о себе в ежегодных городских соревнованиях или в так называемых палео. Ну, если мы сестриери Венеции посмотрим, то здесь очень запутанная система обозначений различных районов Венеции. Ну, их, как мы уже сказали, 6. Это Канареджо, Кастелло, Дорсодура, Сан-Марко, Сан-Поло и Санта-Кроче. Впоследствии к исторически сложившимся районам включили другие территории. Например, остров Джудека, часть Дорсодура, остров Сан-Джорджо, Манджоре, Сан-Марко и так далее. Вот. Разделение Венеции сложилось во времена существования Венецианской республики. С давних времен этот раздел был также отражен в составе судов, в которые входили 6 советников дожа, избранных в Малом Совете по одному от каждого района. Спасибо за внимание. Следующий 312 термин будет посвящен понятию «синдик». До свидания.